пропускает. Того и надо забивать, и забивает! Забивает юниор «Динамо» великолепным ударом, абсолютно и сравнивает счет. 1-1. Александр Кокорин. Пустый момент, пустые ворота, надо забивать! Гол! «Динамо» открывает счет в этой встрече, подловив «Локомотив» на контратаке. Нет, пробить не дадут. Кокорин! Удар! Гол! Есть гол «Динамо» в этом матче. 1-1. Вышедший на замену футболист сейчас сыграл просто классно. Как развернул корпус, как пробил в касание. Кокорин. Удар. 4-0. Александр Кокорин делает счет разгромным. Сейчас опасный момент. Александр Кокорин выходит. Может забить поворотом. Гол! 1-0. Кокорин. Фантастическое безобразие в обороне «Локомотива». Опасный Кокорин. Гол. Это да. Вот так примерно Кокорин забивал чуть ли не свой первый гол за «Динамо». Александр Кокорин бьет поворотом, это гол! Александр Кокорин шикарным ударом под штангу забивает первый мяч в этой игре. Кокорин. Кокорин! Выход, удар! Гол! 1-1! 1-1! Денисов закидывает Кокорину, удар поворотом, и счет становится 2-0.